Муж есть. Ну, у тебя есть же этот, как его? Наверное, у тебя есть тюнер. Слушай, я просто не вижу ни хрена. Сейчас ты на свету. Я по твоему сейчас подстрою тебя. Программу купили книжку, да? А я думал, вы... Я его купил 300 лет тому назад. Пытаюсь бесподобную почитать Angel Bull с экрана. Но тяжело, не осилил. Я накупил книги для музыкантов. Точнее, я купила их на... Моя подруга Женя, жена. Она купила, как я был дорогим, Роллинг Стоун книгу. Как они там умирают, как он. Причем это полная пиздец. Не знаю. Купила там книгу Джона Леннона. Знаешь, наркотики настоящие умирают, а Мик Джиггер, блядь, бегает до сих пор и прыгает. Он пиздило. Как он в Роллинг Стоунсе пишет башме, встретились мы с ним, попили кока-колки, и вечером он уже хуярил там концерт. Это все пиздеж и имидж. Понимаешь? Я аж минералочку пью. Не, может быть, там в молодости и имело оно место. Типа, мы крутые парни. Не, ну все через это прошли. Он, Энджел там пишет, что Боу и пидорас, и Джеггер пидорас. Ну, вы действительно, они... Знаешь? Нет, там все имеет место. Как они, во-первых, нюхали только тогда, когда их полиция забирала. Они брали, говоришь, кокаин, да, у покупателя? Знаешь? Звонили в полицию, там их где-то сдавали. На самом деле, Денис, умирают наркоманы и синяки от нищеты. Богатые наркоманы. Вспомни Тимоти Ливи. Торчал всю жизнь, блядь. Дожил до 90 лет и умер почти что на тем. Ну, правильно. Вот и все, блядь. На самом деле, при бабках... Нет, вчера программа была потрясающая, поскольку для меня эта тема больна. Вопрос такой. Вот напечатывает. Это вопрос как бы чистоты кокаина. Если он дорогой, хороший, то... Конечно, если вы его не делали в МГУ или на химфаке университета нашего. Спасибо, Валер, большое. Да за что? А, это бывает такие котельки в жизни. А тюнер, сейчас пойдем посмотрим, я очки нормальные возьму. Так ты, может, уже ему так настроил. Я уже настроил по тюнеру по-своему. Просто я хочу сам убедиться, есть там тюнер или нет. Мне самому интересно. Что я вижу, что инструмент крутой. Я его на концерте слышал, он звучит, меня извини, у тебя два входа, бля. Вообще охуеть. Ты можешь в стереорежиме работать, у тебя это стереогитара. Валер, денег на стуле нет. Какой стереорежим?